Согласно официальной статистике, по области, по России в целом, дети-пассажиры страдают в дорожно-транспортных происшествиях гораздо чаще, чем дети-пешеходы и водители. Половина дорожно-транспортных происшествий от всего количества ДТП с несовершеннолетними приходится на долю ДТП с участием детей-пассажиров. В каждом 10-м дорожно-транспортном происшествии инспекторы дорожно-патрульной службы фиксируют нарушение правил перевозки детей при оформлении дорожно-транспортного происшествия. Легкомысленное отношение родителей к обеспечению безопасности детей в транспортных средствах приводит к трагическим последствиям. Использование детских удерживающих устройств и специальных автокресел является гарантией безопасности ребенка при перевозке в транспортном средстве. В ходе данной акции будет проводиться разъяснительная работа с родителями детей. Также будут раздаваться памятки, подготовленные заранее, в которых будет отражена информация о роли детского кресла, автокресла в обеспечении безопасности детей при перевозках в транспортных средствах, а также там отражена информация, которая поможет родителям правильно выбрать автокресло в соответствии с особенностями вашего малыша.